Новогодние праздники заканчиваются. Скоро многие жители города будут выбрасывать елки. Мы обратились за комментариями в департамент городского хозяйства правительства города с вопросом, как горожане могут избавиться от ненужных елок и при этом избежать стихийных свалок. В городе новогодние елки надо выбрасывать на контейнерные площадки, не засовывать в обычный контейнер объемом 1,1 куба, не засовывать в контейнер для крупногабаритного мусора, а складывать рядом с контейнерной площадкой. В крайнем случае рядом с контейнером, то есть не надо запихивать его в контейнер, потому что все равно придется его вытаскивать, потому что нельзя захоранивать отход растительного происхождения вместе с обычным твердокоммунальным отходом. Сейчас городские коммунальщики собирают древесные отходы каждые 2-3 дня. Со следующей недели правительство Севастополя дало рекомендацию вывозить елки с контейнерных площадок во дворах ежедневно. Их будут свозить на полигон для временного хранения остатков растительного происхождения, расположенный в Юхариной Балке. Инвестор, ИП, малый и средний бизнес, которому нужна щепа, он с нашего согласования может приехать на территорию Юхариной Балки, переработать ветки абсолютно бесплатно. На данный момент централизованной переработки древесины в Юхариной Балке не организовано. В настоящий момент департамент городского хозяйства ищет инвестора для, в первую очередь, переработки Юхариной Балки, впоследствии постройки, наверное, какого-то комплекса для переработки остатков растительного происхождения.